Больше 1000 гостей и участников собрал в 12-й раз музыкальный фестиваль «Большая Барт-рыбалка» на Чигиринском водохранилище в Быковском районе Могилевщины. Люди разных возрастов приехали сюда порыбачить и послушать атмосферные песни под гитару. Тут прекрасно, сюда хочется возвращаться. И здесь все наши друзья приезжают, музыканты из разных городов, из России, из Беларуси. И ты встречу ждешь. Это встреча друзей, встреча соратников. Здесь это встреча друзей, в первую очередь. А концерт, как бы, это вот прекрасное место, прекрасные вот хозяева, которые все это устроили. Решил совместить полезное с приятным. Отдохнуть, послушать бардовскую песню и заодно порыбачить, получить удовольствие. В 2010 году фестиваль начинался с песен у костра. А сегодня это знаковое мультикультурное событие не только для Могилевской области, но и в целом для Беларуси. На отдых в этом году приехали из Прибалтики и далекой Сибири. Событие мультикультурное, потому что оно объединило и рыбную ловлю, и сидение у костра, и поэзию, и общение. Люди ждут то, что ищут те места отдыха, которые бюджетные, которые недорогие, но вместе с тем доставляют определенное настроение. И еще важно, что вот это мероприятие, оно возвращает семейный отдых. Пригласили новых гостей интересных. Это и такие авторы-исполнители нового поколения, как Роман Филиппов. Это исполнительница кантри, известная певица российская Ирина Сурина. У нас сохранились все наши проекты, конкурсы. На фестивале открыли скульптуру могилевского художника Александра Минькова. А бард-тропа пополнилась именами российского исполнителя Сергея Матвиенко и минчанина Сергея Пономарева. Кстати, впервые на большую бард-рыбалку съехались организаторы различных фестивалей авторской песни. И здесь, на Чигиринском водохранилище, договорились о новом проекте в следующем году.